Нихао, я Игорь. Любите китайскую еду? Напишите в комментариях, какое ваше самое любимое блюдо из китайской кухни. Я очень быстро освоил китайские палочки, так как у меня есть азиатские корни в крови. Вы, наверное, заметили по моему разрезу глаз. Ну вот мои дети и жена страдают неумением пользоваться данным прибором. Немного фактов о китайских палочках. Из чего были изготовлены первые китайские палочки, можно понять по их названию. Куайцзу, содержащим корень со значением бамбук. Бамбуковые стволы расщеплялись надвое, и его половинки складывались. В результате палочки напоминали щипчики. Раздельную форму куайцзу обрели значительно позже, и в таком виде остались до наших времен. Теперь палочки для еды изготавливаются из различных материалов: пластмассы, кости, металла, в том числе и из золота и серебра. Но чаще для их производства используют древесину различных пород. Среди них сосна, кипарис, слива, клен, кедр, ива, черное и фиолетовое сандаловое дерево. Ну так вот, так как мои ребятишки хотят научиться пользоваться китайскими палочками, жену учить бесполезно, я и купил данное приспособление. Погнали! Выполнены эти детские палочки для обучения из пластика с забавным дизайном в виде то ли мышки, то ли мишки, с дополнительными кольцами под пальчики и стопором для удобства. Ребенок с легкостью овладевает палочками, и я думаю, со временем он научится пользоваться нормальными. Суть в том, что ребенок хочет, как и взрослый, кушать палочками. А теперь у него есть свои. Если ваш ребенок хочет научиться пользоваться палочками, а вы часто кушаете роллы, это приспособление для вас. А ваш ребенок умеет пользоваться палочкой? Напишите в комментариях. И помните, не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Спасибо, кто досмотрел до конца. Чао. Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.